Город у нас не миллионник, поэтому количество призывников определенно небольшое. Конечно, медкомиссию проходят в разы больше. 1300 человек в эти дни приглашены на медицинскую комиссию призывную. В этом году по новым требованиям председателем призывной комиссии должен быть либо глава города, либо его заместитель. И еще с нынешнего года у студентов среднеспециальных учебных заведений есть возможность завершить учебу. Ранее их забирали независимо от учебы в 20 лет. Число уклонистов в последние годы на порядок уменьшилось. Юноши понимают, насколько сложно потом устроиться на работу без военного билета. Все чаще и чаще к нам приходят ребята, которые до 27 лет не получали отсрочку и где-то скрывались. Приходят теперь к нам. Мы с ними проводим мероприятия, связанные с тем вопросом, чтобы получить им документы. И все чаще появляются ребята, которые получают не военный билет, а справку, установленную образца, в которой стоит запись: не служил в российской армии, не имея на то законных оснований. Эти люди, конечно, не ожидают этого, они очень сильно расстраиваются. Активному интересу к службе способствует несколько причин. И служить всего год, и условия стали лучше. К тому же чаще всего сочинцы остаются на службе в Южном военном округе.